Татьяна Вормсавоцкая, я уроженка Узбекистана, родилась в Термезе и выросла, закончила с отличием музыкальное училище в Термезе по классу фортепиано. Дальше продолжила свое обучение в консерватории в Ташкенте, также по классу фортепиано. У Натальи Семеновны Лебедевой закончила с отличием. После окончания консерватории выехала в Германию и поступила здесь в аспирантуру в городе Мангейм. Находитесь в студии для одаренных детей и подростков, которую мне пришлось организовать после окончания аспирантуры, потому как я столкнулась со следующей проблематикой в Германии. Здесь, к сожалению, нет такой системы музыкального образования, к которой мы привыкли. На территории бывшего Советского Союза это было нормальным, что дети обучались в музыкальной школе, где была проработана структура, система образования с экзаменами, с планами и так далее. К сожалению, когда во время обучения в аспирантуре я давала частные уроки и просто интересовалась, как здесь идет образование, ну, очень печально. И моя идея была просто подарить детям здесь, в Германии, вот тот уровень музыкального образования, к которому мы привыкли в Узбекистане, в России. Детей принимают в студию здесь с 4 лет, и уроки идут 2 раза в неделю обязательно. С 1 класса сольфеджио теория преподается, с 5 класса музыкальная литература, у нас экзамены, тесты. И очень важно, что цель этой студии дать возможность одаренным детям подготовиться к карьере профессиональных пианистов-музыкантов. За историю существования дети были удостоены более 300 премий и лауреатств на ведущих международных, интернациональных, национальных и региональных конкурсах. Многие поступали в консерватории и учатся там дальше. Некоторых брали в консерваторию уже с 10-летнего возраста. Скажем, у нас вот сейчас один случай такой, Даниэль Штанг, мальчик на протяжении обучения в студии был более 72 раз удостоен лауреатства на ведущих конкурсах. И сейчас он учится здесь, продолжает свою учебу, и параллельно в Мадриде, в университете музыки. Фортепианное искусство, но это как в спирали вы находитесь. Там нет, то есть это как-то вот без горизонта абсолютно.
там нет пределов. Вы занимаетесь над одной программой, вам надо учить следующую программу, а потом еще следующую. И когда даже вы работаете над произведением, это редко когда, ну, спросите любого музыканта-профессионала, всегда есть какой-то кусочек, где можно быть еще лучше, еще лучше. Это постоянная работа над собой, это большая дисциплина, это занятие, но это очень увлекающее дело. Особенно, знаете, у меня мое мнение, что музыка – это язык души. Это очень важно донести до слушателя вот энергетику музыки. И поэтому мне очень-очень нравится эта специальность, я очень люблю ее. Первые мои концерты начались, когда меня обнаружило общество Рихарда Вагнера. Когда они узнали, что приехала пианистка и так вот ищет сферу приложения, они вышли на меня, и первые концерты были в Хайдельберге. Это там большой зал, зеркальный зал, отель Мольконкур, и у них там были заседания. И потом они меня отправили как стипендиатку в Байрот на фестиваль вагнеровских опер и поддержали первый год моего пребывания здесь концертами. Я организовала проект «Запад встречает Восток». Этот проект премьера проекта была в 2016 году. И сюда приезжала моя бывшая сокурсница, сейчас это заслуженная артистка Республики Узбекистан, профессор, проректор Саёр Акмал Нагафурова. Мы с ней вместе проводили концерты. И в этих концертах освещалась тоже культура Узбекистана. Эти концерты проходят при поддержке Генерального консульства Узбекистана. И с тех пор я провожу эти концерты, они называются «Запад встречает Восток». Мы начинаем в Вене, это венская классика, Моцарт, Бетховен, потом идет путешествие в Париж, в Дрезден, Ваймар, это произведение великих романтиков Шопена и Листа. Затем поездка в Москву, мы посещаем Сергея Рахманинова, великого русского композитора, и затем мы едем в Ташкент, и, конечно, я исполняю произведения узбекских композиторов. Они вызывают тоже большой восторг у публики. Особенность этих концертов в том, что они проводятся в трех измерениях. Прежде чем я исполню произведение, я рассказываю о том, как это было произведение написано, создано. И идет на большой экран проекция, портрет композитора, портрет города, в котором он творил к этому времени. Ну, когда мы приезжаем в Ташкент, я показываю огромную Ташкентскую консерваторию, старейшую консерваторию и самую большую консерваторию в Средней Азии, с ее удивительными традициями, с высоким уровнем образования. Это вызывает полный восторг, потому что вот такой большой консерватории даже в Германии нет. Находимся сейчас в рококо-театре «Замок Шведцинген». Этот рококо-театр был построен в 1753 году архитектор Никола Пигаш, известный французский архитектор. Обратите внимание,
вот все эти балконы, они без перегородок. Это было такое нововведение тогда, и в связи с этим акустика еще больше. Больше эффекта получается акустики. И зал вмещает больше 400 зрителей. Раньше было так, когда в свою бытность здесь жил курфюрст Карл Теодор, это удивительная личность, благодаря ему построен этот театр, и здесь была летняя резиденция, его самая главная резиденция была в Мангейме, Мангеймская школа, известная для музыкантов, которая была основоположником классического симфонизма. Он переезжал сюда летом с оркестром, с придворными. И здесь практически каждый день проходили оперы, проходили концерты. Этот человек любил искусство, музыку, науку и, естественно, вкладывал туда большие ресурсы. Его оркестр был одним из самых лучших оркестров в Европе. В оркестре играли только виртуозы, виртуозы своего дела, своего инструмента. И очень хорошо платил. Скажем, если мы сравним, что в 1800 году Бетховен получал от князя Лихновского зарплату годовую 600 гульденов, то музыканты в Шведцингене получали в год от 800 и 1000 и выше. То есть в их обязанность входило не только концертировать, но и сочинять музыку, участвовать на празднествах, и он любил и хорошо одаривал музыкантов. В связи с этим получился такой вот хороший, сильный оркестр «Мангеймская школа». Очень важно познакомить публику Германии и других европейских стран с культурой Узбекистана. Это же удивительные фортепианные пьесы. Диларом Аманулаевой, скажем, или Аваза Мансурова, которая в моем репертуаре, я их с удовольствием исполняю на каждом концерте. Публика в восторге. Моя цель – проложить такой культурный мост между Узбекистаном и Германией, работать дальше над этим проектом. Они просто, когда я сюда приехала, они открывали мне свои дома и разрешали заниматься на роялях. Это были рояли марки Стенвей, Бихштайны. В церквях открывали тоже двери и разрешали заниматься. Тогда у меня не было возможности еще приобрести свой собственный рояль. И люди очень относились радушно. И благодаря этому выстроилась вот такая карьера. Конечно, я с большой благодарностью вспоминаю солнечный Узбекистан. Это моя родина. Большое спасибо узбекскому народу, что у вас есть такая удивительная традиция, когда приходят к вам гости, вы открываете двери людям, чужим людям. И это большой пример во всем мире.